Всем привет, дорогие зрители! Дизайнерская квартира. С вами канал недвижимости Paradise Alanya. Очень хорошая трехкомнатная квартира. Большая, просторная, сквозная, с большими балконами, недалеко от моря. На высоком этаже проекта, который был сдан в 2009 году. Так. Квадратных метров здесь сколько? Квадратных метров в этой комнате, которая совмещена с кухней, гостиной, да? 35-40, как минимум. Бытовая техника вся новая, фирма Altus. Altus, дочерняя компания Arçelik. Тут столовая часть у нас. Вид отсюда на горы и на соседние здания. Цветочки. Потолочек со своей светомузыкой. Также кондиционер фирмы Altus. Выходим на балкон. Первый большой балкон. Смотрит сторона на восток. Вид на горы. Улица Ататюрка, магазин Шок, отсюда видно море, так тоже видно море. Прямой проход к морю, там подземный проход у нас, вот в той стороне. Мадам Коко, Мигрес, два Мигрес тут у нас, ресторанчики, все в шаговой доступности. Хорошее месторасположение, центр Махмутлара. Также башня часов, отсюда 250, нет, не 250. Если отсюда идти 400 метров до башни часов. Субботний рынок 200 метров позади этого здания, вот в той стороне. Так. Телевизор Onvo фирмы. Onvo. Так. Прихожая. Шкафчик глубокий, встроенный такой. Здесь вход. Так. Чего? У нас тут просмотр квартиры. И так. Первая спальня. Тут балкон есть. Да, также выход на балкон. Эта сторона уже будет запад-север. Сквозная квартира. Угу. Тут санузел. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Хозяйская спальня. Со своим санузлом, с душевой кабинкой. Так. Большая. Тут где-то у нас 15, 16 или 18 квадратных метров. Забыл взять лазерный измеритель. И такой же большой балкон. Вид на горы. По камере эти горы плохо видны. Глазами очень большие такие. Лучше гор может быть только горы. Открытый большой бассейн. Беседка. В той стороне генератор, там беседка. Зона барбекю. Ухоженный сад. Открытая парковка с той стороны. Так. Рядом маркет стройматериалов. Джанкут. Медвежонок такой. Все, дорогие зрители, сейчас покажу я вам лифт. Два лифта тут. Две квартиры. Вызовем.
Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 183 тысячи евро. Да, такая вот цена у этой квартиры. Этаж 10, так что хорошая, большая, просторная квартира, дизайнерская, под ключ. Вот это у нас лифт, вместимый 4 человека. Так, дорогие зрители, вышел я из лифта, тут лесенки. Видите, как прикольно все сделано. Покажу. Пандуса внутри нету, но здесь пандус есть. Как бы. Там поднимайся, наверное, там кто-то, коллега, да, не будем. Застройщик вот придумал. Пришли сюда и начали подниматься. Или кто-то должен помогать. Вот неправильно сделали они этот вход, по моему мнению. Вот у нас вход, парковочные места. Там беседка. Дядька на меня смотрит сейчас. Тапочкой. Тапочку бросит в мою сторону. Там зона барбекю. Молодежь сидит сейчас. Пальчик покажет оттуда. Цветы. Все, дорогие зрители. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. Если вас интересует какая-нибудь другая недвижимость, 1 плюс 1, 2 плюс 1, студию, земельный участок, вилла, приходите в Аланию, решите вопрос с деньгами в первую очередь, потому что сейчас сложно переводить туда-сюда деньги. Если что, поможем. Есть свои каналы перевода. Всем пока-пока.